Всем приветики! Сегодня 9 мая. Все мои видео выходят в хронологическом порядке. Я немного не успеваю, но в ближайшее время я подтянусь, чтобы это все было по времени хотя бы приближенно. А сегодня 9 мая. Мы с мужем поедем на парад, поэтому это видео про парад выйдет сегодня, так как через несколько дней оно будет просто уже не особо актуально. И кому интересно, как проходит парад в Мурманске, всем приятного просмотра. Подвинься. Бессмертный полк с той стороны идет. Кабриолетик. Военные моряки в ногу шагают. А дальше в зеленой форме кто-то идет. Те туда ходят. Они от памятника, видимо, сюда заворачиваются. Молодцы какие. Танки едут. Thank you.
пройдут. Скорая едет, одна, вторая. Видимо, на всякий случай. Если кому-то плохо сделается. Он бессмертный был, там стоит, наверное. Или просто люди с фотографиями. А этот, когда здесь остановился, что-то я не обратила внимания даже. Я с тобой разговариваю. Он бессмертный плод, только почему-то как-то он по-другому в ту сторону вас. А, они отсюда как-то выходят и туда, и сколько их много-то. Это не на коль колеса пойдет, да, сейчас? Память его. Да. Этому директор тут должен быть, Иван Николаевич. Ой, вон они идут, ничего себе. Дядечка с камерой. Молодцы какие. Молодые все, все, молодежи много. Да, стояли мы там дальше, можно было бы стать полностью всех, а так как получается. Да, если бы машину было поставить где поближе, вы увидели бы побольше. Ну, по крайней мере, хотя бы столько, и то хорошо. Ладно, будем уже все тогда пытаться выехать отсюда в машину куча. Коль, поехали. Ну вот, что мне получилось для вас снять. Конечно, если бы у нас получилось стать ближе к площади Пяти Углов, я бы сняла гораздо больше, интереснее. Но что получилось, то и получилось. Военную технику мне удалось снять полностью всю. Ну и немного бессмертного полка и всего остального. Всех с праздником, всех с Днем Победы. И как обычно, всех люблю. Всем пока и до новых видео.